дорогие зрители информационного агентства BNews KZN. Сегодня мы вновь на площадке Экспо-2017. Стена павильона Катар стала очень узнаваемой среди посетителей социальных сетей, а именно фотография в Инстаграм набирает очень большую популярность. А сегодня мы с вами вместе попытаемся разузнать, почему именно данная стена так привлекает посетителей выставки. И я также не буду отходить от моды и сделаю селфи на фоне самого красивого павильона. Девочки, скажите, почему вы решили сфотографироваться именно здесь? Ну, нас привлекла эта стена, здесь блесточки, красиво. А чем она вас привлекла? Очень красивый фон для фотографий, интересные фотографии получаются. Скажи, почему ты решил сфотографироваться именно здесь? Потому что эта стена яркая, красивая. Когда ветер дует, она переливается. Ну, а так, потому что фотки классные. Потому что ее видно сдалека, она так красиво переливается, и, наверное, этим она и притягивает. Да. Все привлекает внимание нас лично, но эта стена вызвала какое-то особое впечатление. И некоторые друзья уже фотографировались на ней, и мы решили, где же эта стена, и мы тоже пошли ее искать, и вот мы ее нашли. Thank you for BNews channel to be in our pavilion. В первую очередь хочу поблагодарить информационное агентство BNews за столь внимательное отношение к нашему павильону. Нас очень радует, что именно наш павильон вызывает такой большой интерес у посетителей Экспо-2017. Каждый день тысячи людей фотографируются возле нашего павильона, что однозначно радует нас. Наша декорация создана с помощью специально разработанного дизайна, который мы прорабатывали 3 месяца. Мы использовали гвозди и специальные блестящие пайетки, которые символизируют солнечную энергию и энергию ветра. Строить павильон мы начали в конце марта. Я могу сказать, что внешнее оформление павильона обошлось нам недорого. Все расходы по нашему павильону, включая идею, наружный вид, дизайн, составляют 10 миллионов катарских долларов. Я приехал из Парижа, чтобы специально посетить выставку. Меня очень заворожила стена павильона Катара. Она напомнила мне 1000 маленьких частиц, которые в совокупности создают очень большую силу. На выставке также понравились павильоны России и Казахстана. Вашей стране огромное спасибо за организацию такого несравненного зрелища. Я в восторге. Это меня сразу привлекло, потому что вот такое необыкновенное свечение, вот, во-первых, панно это, имею в виду, и в таком блеске. Ну, я не знаю, с чем я могу это... Лицезрею, конечно, как вот... Арабы всегда привлекают. Экзотика. Для нас это... Мы люди степные, а это совсем другое. Культура другая, интересность всегда. Ну, поэтому... я думаю, что с этим надо согласиться. Это необычное. Что-то я даже не могу с чем ассоциировать. Но, видите, мы... В таком блеске, как будто дождевое вот это изобилие. Вот. Меня зовут Мухаммед Саид Аль-Баши. Я рад пригласить вас посетить павильон Катар в рамках международной выставки Экспо-2017. Самую интересную информацию о нашем павильоне вы сможете увидеть на bnews.kz.